After time. I've done my sentence, but committed no crime. добрый вечер друзья присоединяйтесь вы чемпионы я жду вас всех эта песня посвящена вам мы все чемпионы ура In The best. ура Всем привет, всем привет, друзья мои. Я вас люблю. с вас обожает. Вы самые лучшие, конечно. Вы меняете мир, вы уже его поменяли. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, доброе утро, добрый день. Я уже в эфире, я вас так люблю, я очень рада с вами встретиться сегодня. Просто святой вечер у нас, тайная вечеря инкрузис. Друзья мои дорогие, присоединяйтесь, откуда вы все, я уже не знаю, я сегодня в таком нахожусь вот в таком состоянии, что мне даже трудно вам передать какое-то состояние. Я ехала сюда в Турцию, честно вам скажу, немножко такая угнетенная в напряженном состоянии, очень переживала за все, как всегда. Вот и сегодня особенно я не спала целую ночь в перелетах. Я прилетела сегодня в Турцию в Анталию, где мы должны с нашей большой частью нашей большой команды встретить этот потрясающий праздник пятилетия инкрузис да и я понимаю что вы сейчас где-то там по другой стороне монитора телефона вы не можете быть с нами в турции но это не имеет абсолютно никакого значения знаете почему потому что нас всех соединяет одна большая любовь это эта любовь называется i love in вот она у меня прям здесь вот. Поэтому, друзья мои, добрый вечер. Дорогие мои, напишите. Пожалуйста, откуда вы? Да, мне тоже очень, очень приятно всех вас видеть. Я вижу, что у нас буквально все страны мира уже задействованы в Инкрузис. Все города мира, все деревни мира <laughs> любят Инкрузис. Скоро в каждом доме будет именно наша дорогая компания Инкрузис. Это мы с вами сделаем. Вот, посмотрите, я сегодня вот такая вся в атрибутике, такая красивая. Почему? Потому что меня Одели тут наши партнеры наши дорогие лидеры, топ-лидеры, которые организу... организаторы, да, тут проведения большого масштабного нашего русскоязычного международного посвященного пятилетию, ну, это одно из таких больших мероприятий, конечно, у нас и другие мероприятия параллельно будут, и мы всех, всех, всех любим, за всеми будем наблюдать, также в Санкт-Петербурге с Юлей Маталыцкой, с, с огромнейшей командой, которая приедет туда, также в Египте, где будет возглавлять наш вожак, наша любимая бордиректор Салтанат Шаймарданова с ее командой из Казахстана и где еще, в каких уголках будут проводить наши партнеры, мы знаем, будет, будут очень многие проводить, друзья, и вы, кто можете тоже, даже если это будет онлайн, даже если это будет небольшое где-то ваше заседание с кем-то, вы будете праздновать этот день, или слушать онлайн, будут также проводить онлайн наши борт-директора, из Украины, из Киева, Диана Борщенко, Наталья Шевела, которые будут транслировать все онлайн. И все это случится 16 января 2021 года. Ура! Это будет большой день. Это большой наш общий всемирный праздник. Пятилетие инкрузес. И э, вы знаете... Этот эфир у вас сегодня особенный. Почему? Потому что мы опять же соединяемся из разных точек, уголков мира, из разных домов, из разных отелей, из разных команд, из разных веток, из разных структур. Но сегодня вот, вот такой день, он еще не наступил, он еще не 16 января, сегодня 12 января 2021 года. И, может быть, для вас он незначим, но для меня он очень тоже значим. Я вам сейчас объясню, эта цифра непростая. 12 января она очень символическая цифра вот для меня ну и через меня уже для вас и я конечно очень благодарна организаторам нашего замечательного Турбомарафона марафона в первую очередь конечно хочу их поблагодарить потому что это этот эфир посвящен нашему Турбомарафону марафону который организовали оксана пилипчук ирина шалыгина наши дорогие лидеры партнеры инкрузы также да и они рулят по всему миру они соединяют наших новичков, партнеров в этом турбомарафоне, которые только заходят в Инкрузис и не знают, что им делать, и это уже на протяжении Почти, почти, почти скоро будет два года. То есть это очень тоже значимо. Почему? Потому что этот турбомарафон уже 20-й. Представьте себе, все вот так вот связывается. 20-й турбомарафон для наших партнеров Incruises. Кто желает учиться, кто желает обучиться, кто желает познать, как же делать эти первые шаги в таком потрясающем бизнесе, в таком шикарном международном круизном клубе, как наш любимый клуб Incruises, как наше любимая компания, которую мы не, не только я одна уже люблю, но и вы все. Вот, вот какое счастье меня э, просто согревает. Почему? Потому что я очень рада, что нас уже сотни тысяч, сотни тысяч. А когда-то, когда-то была я совсем одна. И когда это было? Пять лет назад. Да, друзья мои, практически пять лет. То есть сегодня 12 января 2021 года. А опять лет назад в эти дни как раз Инкрузис делал последние шашки, подготовки, чтобы взорвать интернет своим сообщением, что родилась новая компания, которая бурно заходит на просторы интернета, которая объявит о том, что здесь возможно путешествовать по всему миру по очень выгодным ценам, по, по очень хорошим скидкам и с особым комфортом. И никто об этом еще не знал. Никто не знал. Знали только создатели этой потрясающей компании. Наш дорогой и уважаемый генеральный директор Майкл Хатчисон, которому действительно пришла в голову эта гениальная идея. И его единомышленник, коллега, помощник, президент уже на данный момент этой большой компании Франк Кадина. Это, этих дво, двух личностей, я тоже очень, ну, личность из большой буквы, да, я тоже очень уважаю, люблю, и не только я, но и вы все. И 12 января, Ровно, значит, объясню, почему для меня эта цифра символическая. Во-первых, сегодня у нас 12 января, и получилось так, что просто происходят чудеса вокруг этой цифры в моей жизни. И они произошли и сегодня. Почему? Потому что Оксана с Ириной меня пригласили проводить очередной эфир у них, да. В турбомарафоне, но он должен был состояться 11 января, вчера, да, ну так у нас по расписанию. И никто не думал, что вот специально будем выбирать дату 12. Но я вдруг вспомнила в последний момент, да, перед 11 числом, что у меня авиабилет в Турцию на мероприятие куплен на 12 января на ночь, а мне еще нужно добираться было 8 часов от моего города э, в Киев, чтобы сесть на, на самолет и улететь в Турцию Так вот, я, я поняла, что я не смогу провести эфир 11 И я сказала Оксане и Ирине, что я проведу 12 Даже не подумав об этом какое-то число И вот сегодня мне э, вдруг пришло в голову Что 12 -го, э, февраля, именно 12 февраля То есть через месяц после 12 января я узнала в первый раз о том, что вышла, народилась новая компания, компания, которую я ждала всю жизнь, компанию, которую я загадывала, предложение, о котором я мечтала, круизный клуб, возможность путешествовать особым образом и зарабатывать деньги через интернет, то все, что я люблю и не только. И понимаете, вот именно 12 февраля мне пришел этот email, в котором писалась, вышла новая компания. Я обожала новые компании, их искала, но именно хотела туристическую круизную. И вот она пришла. Дальше. 12 числа я родилась, поэтому это у меня очень счастливое число по жизни. 12. -го. У меня очень все, что в моей жизни происходит хорошее всегда 12. -го. 12, -го, 12 -е число номер моего дома родного, где я родилась. 12 -го числа родился мой брат родной, 12 числа родился наш Майкл Хатчисон, понимаете? И сегодня оказалось тоже 12 число. Ну вот, столько совпадений, они, наверное, не простые, наверное, они оттуда из 12 апостолов, вот как-то они имеют связь с нами, да, и не зря в первый круиз мы ехали именно 12 наших первых партнеров, как я их назвала, первые 12 апостолов, которые отправились в первый круиз в 2016 году от круизного клуба InCruises и узнали там, вблизи тет-а-тет -а -тет, глаза в глаза нашего потрясающего президента и действительно убедились, что это все было создано для нас и что это все правдиво. Понимаете, вот почему так я люблю эту цифру. Она у меня благословенная. 12 числа я узнала информацию. Но через. 14 февраля я оплатила свой вход и тоже об этом не задумывалась поняла только потом что 14 оказывается это день любви день всемирной любви и я зарегистрировалась то есть меня меня хватило буквально на, на 3 дня чтобы чтобы как можно быстрее зайти в Винкрузис, я не могла уже не имела покоя да в 2016 году поэтому вот эти цифры вот так вот, вот, так вот сошлись и и слава Богу, что все это получилось, и сегодня мы с вами, вот у меня сегодня, вернее, такой большой день, что мы еще готовимся к этому пятилетию, оно будет 16 но мы уже здесь собираемся, уже сегодня я видела в Турции многих наших партнеров, еще не всех, еще не всех, но все съезжаются, и это просто настолько нас сближает вот, вот именно такими мероприятия, мы так скучили друг за другом, оказывается, даже этот карантин и эта пандемия, да, которые вот мы мучились год она нас не остановила и даже мы создали вот такие красивые маски которые тоже войдут в историю красивые маски красивые значки красивые футболочки новые еще много-много другого красивого которые создали наши топ-лидеры и также наша компания Incruises. и вы это все получите и будете себе тоже заказывать кто захочет и вы будете слушать все эти дни великолепные это уже не презентации это уже будут выступления особого особого так сказать состава особого шоу, особ... что-то будет особенное, я в предвкушении, вот, я так же, как и вы, не знаю еще полностью всей программы, потому что я в этот раз не вникала очень подробно в то, что делали наши топ-лидеры, я только наблюдала издалека, я решила, что я хочу себе тоже создать праздник, вот именно на это пятилетие, потому что когда-то я вымучивала этот ингрузист не вымучивала, я его рождала для вас, честно, вот Скажу. И это особая история. Но э, сейчас я хочу сказать, что я вас всех поздравляю. Я всех вас поздравляю, что вы в нашем клубе. Я всех вас поздравляю с тем, что вы приняли такое самое правильное и самое красивое решение в вашей жизни, которое просто изменит все, и у кого оно еще не, не поменялось, да, как-то ваша жизнь может быть не поменялась, потому что вы новички. Вы обязательно ее поменяете. Вы будете следовать тем шагам, которые прошли уже многие наши лидеры, многие наши партнеры, которые уже показали на своих результатах, что компания действительно самая лучшая, что компания действительно самая легальная, что компания действительно самая крутая, что компания действительно предлагает самые потрясающие продукты и услугу. И неважно даже, что сейчас нет у нас круизов, уже практически. Скоро год, как мы не можем добраться до наших круизов, и все равно нас это не остановило, понимаете, поэтому вот самое-самое прекрасное это то, что преодолев столько трудностей, да, столько переживаний за, всё, за все эти месяцы, когда был этот карантин и пандемия, и не давали нам возможность отправиться снова в наши любимые круизы, в которые мы отправлялись вот уже 4 года до, до, до того, как это случилось. И, и многие из вас испытали что-то такое, что это действительно красиво, что это э, дает возможность увидеть мир совсем по-другому, что это дает возможность открыться миру, узнать что-то новое, завести новых друзей, э, посмотреть, насколько красивая наша планета, и понять, что в жизни нет ограничений, что мы только сами себе делаем эти ограничения, и и, и конечно создать свой капитал. Вот и многие уже вышли на большие доходы, многие уже благодаря Благодаря инкрузис получили финансовую свободу кто-то еще на на этом этапе проходит свои шаги кто-то на стартапе но друзья мои вы самое главное что вы здесь вот самое главное что вы нашли этот инкрузис или инкрузис нашел вас поэтому я научилась уже от оксаны она сказала что нужно активировать да все ваши желания все ваши мечты и вот таким священным колокольчиком который я купила в аэропорту Киева, когда отправлялась сюда, вот, а Киев это, это столица моей родины Украины, и, конечно, я тоже сама вот из Украины, поэтому я считаю, что как-то иметь большую связь и Украина <со> с рождением Инкрузис, и Греция, в которой я была и, и увидела эти потрясающие лайнеры, и узнала, что такое, что такое круизы, и передала вам. И сейчас вас так много, и сейчас вы так любите инкрузы, это больше всего то, что меня делает счастливой. И поэтому сегодня я тут с вами. Хочу разделить вот эту, хочу разделить эту любовь и хочу утвердить у вас вот эту веру в нашу компанию вашу надежду ваши самые заветные желания чтобы вы не останавливались мечтать не останавливались загадывать свои желания потому что они действительно сбываются и мы это вам говорим постоянно вот мы те люди которые когда то делали свои робкие шаги чтобы прийти к тому к чему мы пришли сегодня и Спустя, да, спустя пять лет, это просто сейчас триумф, мы все празднуем, и вы знаете, я вот очень люблю ваш турбомарафон, наш турбомарафон, когда-то он был ваш, потом он стал уже наш, и сейчас он все больше и больше встает наш совместный такой большой, кто-то может его не хочет, это не важно, кому-то может быть он не нужен, это не важно, он еще не понял, может быть он все знает, наш дорогой партнер, пускай, но тем не менее есть люди, которым нужна помощь, которым нужна забота, которым нужно правильное направление, которым нужно твердое плечо, которым нужно, которым нужно вот такое руководство правильных действий, когда их спонсоры просто не имеют времени или их спонсоры еще и сами не знают как, или их спонсоры просто уже не успевают, каких нас много сейчас в инкрузис. Поэтому турбомарафон спасает многих лидеров. Турбомарафон спасает многих новичков. Друзья мои, вы классные, я вас люблю. Я так хочу много сказать, но я не знаю, что я успею, я все равно буду говорить. Пусть это будет не презентация, пусть это будет не связано какая-то у меня сегодня лекция. Нет, это просто мои мысли, которые идут потоком с моей головы, с моего сердца, с моей души. И вы знаете, я за эти пять лет, потому что через месяц у меня будет пять лет, как я в компании Компании. поэтому я считаю, что я практически уже пять лет я ее предчувствовала еще за много до того, как она родилась вот этого вам, вам не понять, а я это знаю вот у меня есть какие-то такие предчувствия в жизни и вот я предчувствовала вот предчувствовала я нашу компанию поэтому я могу сказать, что она тоже уже у меня в сердце пять лет и за, это, за эти годы, конечно, что я наблюдала очень много всего. Хочу сказать, что первый год у нас, конечно, был сложный. Первый год это было рождение инкрузы, смогу сказать так. Это было рождение инкрузис везде, да, потихонечку в мире, и этому способствовали многие наши партнеры, новички, которым посвящены наши лекции, наши сердечные излияния, наши интервью, и вы их слышали, и будете еще слышать. Второй год, и первый год, хочу сказать, что мы шли очень медленно, и может быть у нас был прирост, но все равно он был, все равно уже мы заявили, все равно рост где-то, наверное, 100% у нас за первый год 2016 состоялся инкрузы затем второй год 2017 уже эм, многие из нас побывали в круизах уже многие из нас начали зарабатывать какие-то деньги уже многие из нас начали выходить на первые ранги поэтому мы уже имели что показать людям и к нам уже люди шли легче чем в первом году в первом году они конечно от нас еще многие отходили далеко и показывали даже у виска, чем это вы тут занимаетесь, это несерьезно, но мы продолжали делать свое, поэтому второ, второй год у нас уже пошел намного лучше, и у нас было 300% прироста да, продуктивности за 2017 год. И этот год я бы сказала, что если первый у нас рождение, то второй это было становление инкрузеса. Становление инкрузеса. Именно, да, вот платформу мы такую мощную завоевывали. И дальше. Третий год, конечно, это был уже бешеный, так сказать, рост. Мы дали 500 или 600 процентов прироста. И третий год, 2018, это был блестящий год для клуба Incruises. И мы начали развиваться по всему миру. В очень многих странах наша команда выросла до где-то 25-30 тысяч партнеров, насколько я помню. 2018 год и это время я бы сказал что это было это был год развития инкрузис. это был год именно развития in а, ну и дальше пришел 2000 какой у нас 19 2019 год мы побили рекорды у нас был 1000 у нас было 1000 процентов прироста или роста, это был бешеный рост, и я бы сказала, что это был год процветания инкрузис, 2019 год был год процветания инкрузис, ура, друзья, мы это с вами вместе отмечаем, сейчас, сегодня, завтра и все эти дни, запомните, это лично моя такая, мой анализ, вот я ни с кем тут не обсуждала это просто мои мысли вслух потому что я видела все развитие нашего клуба как мы развивались в разных направлениях и 2019 для нас конечно был самым блестящим к нам зашло очень много людей к нам зашли люди очень сильные к нам зашли люди которые начали очень бурно развивать нашу компанию профессионально то есть рост пошел со всех сторон зашло очень много стран и э, хочу, многие были в, э, в круизах, то есть. Э... Свыше 10 тысяч наших членов клуба вышли на безоплатное членство и путешествовали абсолютно бесплатно в круизах. Некоторые по нескольку раз, по 3, по 4, по 5. Есть у нас и круизеры, которые были уже 10 раз или 12 в круизах от Инкрузис. Кто-то у нас уже есть даже рекорд 15. Сейчас я... А, наша Нелечка Плингер, конечно, самая, самая большая фанат круизер вот, от клуба Инкрузис. Есть и другие, конечно, у нас рекорд Смены. Есть, конечно, у нас и миллионеры, о чем тут говорить, самое главное, да, но об этом будет очень много сказано на нашем пятилетии, поэтому я сейчас мы просто делаем такую общую картину, да, чего мы добились вместе с вами, наша русскоязычная команда, потому что я отвечаю за русскоязычную команду, я ее начинала одна, совсем одна, пять лет назад практически, как я вам сказала, 12 февраля увидела информацию, 14 февраля зашла, не было никого, был один email и я, и все, и информация об инкрузис, которую я искала в интернете, изучала и переводила на русский язык. Затем начала расти наша команда. И не было у меня даже спонсора, и никто из вас это не понимает. Вы все очень счастливые люди, потому что у вас есть сейчас уже сотни спонсоров, у вас есть очень большая иерархия, вы можете обратиться к любому спонсору с любым вопросом, вы имеете даже турбомарафон, который вас спасает уже от всего, понимаете, а я не имела даже спонсора и общалась сама с собой, и кто-то, может быть, опять покрутит у виска и скажет ирина наверное крейзи говорит сама собой я тогда действительно сама себе задавала вопросы и сама на них отвечала сама искала ответы но мне было интересно мне было интересно потому что я увидела самородок я увидела бриллиант бриллиант который действительно ну бизнес я могла его понять у меня было видение я могла сравнить я понимала что значит круизные круизные линии которые бренды я это знала потому что у меня был уже опыт из яхтенной индустрии в греции где я работала также я понимала конечно что что значит маркетинг план и и приглашение людей через интернет, потому что в этом тоже у меня уже был опыт, я знала, насколько шикарно иметь пассивный доход, финансовую свободу, работать из дома, и, и тут вдруг еще и путешествовать по всему миру на самых красавцах лайнерах, да, и в те уголки, в те уголки проникать... Тут мне звонят и перебивают наши партнеры, да. Вот видите, у меня написано уже здесь, что у меня путь к бор директору. Так что, друзья мои, даже если я за эти пять лет еще не добилась ранга бор директора. Слушай эфир и потом мы идем в ресторан кушать. Вот через, когда закончим наш эфир, мы тут находимся в Кремлин-палас в нашем отеле в Турции, шикарный отель, и мы сегодня с Романом. <звук> Смотрите, вот звонит и все и добивается и что я сделаю? <звук> Перебивает. Ну ничего, вы простите, друзья. Да, я я проводник, я все на свете. Меня называют и, и мама, кстати, мама, и я ваша мама. И я это принимаю. Я мне очень нравится. Пусть я, может быть, не такая мама, как надо, но я но я родила для вас прекрасные дитя таким таким могучим таким так, таким красивым таким востребованным таким прекрасным и таким в котором сейчас нуждаются многие и вот вы те которые сейчас находитесь где-то там онлайн у себя дома я я просто сейчас опять для вас проводник я связываю благодаря нашему прекрасному сообществу инкрузис я связываю вас здесь в Турции с нашими партнерами которые здесь приехали откуда хотите из всей России, из всей Украины, и даже из Канады сегодня Ольгу Сапельняк я встретила нашего партнера, из Казахстана, из... Я еще не всех видела, друзья мои, я еще не всех видела, потому что это только первый раз, а у нас тут должно быть 700. И, конечно, я знаю, что там и в Египте... Готовятся будут очень все супер классно, мы будем все смотреть. Вот наша казахстанская команда, конечно, рвет и мечет, вот, я не сомневаюсь, что великолепно проведет мероприятие команда Юлии Маталыцкой во главе с Юлией, также я знаю, что проводят и, в, я уже говорила, онлайн, самое главное онлайн будет проводить для всех у нас, Наталья Шевела и Диана Борщенко, и вы будете наблюдать, кто же желает, все региональные директора и выше, вы сможете проводить свои эфиры или онлайн, или же или где-то у вас в городе, или в офисе, или где вы хотите. Компания подготовила шикарнейший контент, который видеоконтент, и там будут выступления от руководства Инкрузес. Этот контент уже готовый мне только что Прислали, поэтому всем, кому нужно, вы потом получите, да, или ваши, вернее, региональные директора и выше, получат этот контент, и вы сможете использовать для своих э, трансляций. Также там будут шикарные видео от наших топ-лидеров международных, в том числе наших русскоязычных. Также там будут э, шикарные презентации от представителей круизных линий, которые нас любят, и которые нас просто уже обожают. Я в этом уверена, если они когда-то нас... Игнорировали в первый год большинство из них, да, присматривались и думали доверять или не доверять свое имя и свои лайнеры и свои круизы нашему клубу, но поверили. Все-таки Майклу Хатчсону и Франке, Франку Кадину, так как э, они были уже известными личностями и с хорошей репутацией, то сейчас круизные линии э, сравнили то состояние, в которое они попали благодаря, вернее, из-за пандемии, да, можно сказать, в жалкое состояние в этом году. Они всегда блистали, они всегда были королями, они всегда были э, теми монстрами в туризма, которые давали миллиарды долларов оборота каждый год. И это был самый э, шик, лакшери э, отдых. Поэтому э, они никогда не думали, что они могут опустить, опустить свою планку. Видите, как в жизни все бывает. Иногда мы думаем, что все вечно и, и, и все будет вечно блестеть. Но или мы всегда будем только подниматься к вершине успеха, и никогда не упадем. Или наоборот, мы, мы можем быть только в яме, никогда не поднимемся на вершину. На самом деле в жизни все меняется как день и ночь, как солнце и звезды, да как наши события. Это закономерность, это закономерность жизни, это закономерность природы, это закономерность создателя всего сущего. Это, это наше добро и зло, которое борется. Поэтому, друзья мои, все а буквально и миллиардеры, и миллионеры, и, и, и не знаю кто, они все имеют свои черные полосы и белые полосы. Вот. И вы, друзья, чтобы вы знали, что вы попали в то сообщество в котором даже если у вас невзгоды даже если у вас какие то печали даже если у вас что то не получается даже если вы пока деньги не зарабатываете вы здесь можете найти самое главное вы здесь можете найти поддержку такому а такого огромного количества людей которые вам дадут ту, ту любовь, которые вам дадут ту ну, вот просто искрящийся взгляд, вы поймете, что вы не одиноки в этой жизни, что есть люди, их много, которые действительно, ну, такие же простые, как и, и вы, но они вас примут, ваши обятия, они сделают с вами фотографию, они вам что-то подскажут, они вам помогут, и вы завтра найдете свой путь, и вы завтра поймете, что в жизни не все так страшно, не все так Трудно. Почему? Потому что существует такой шикарный, красивый, любимый наш клуб Круза, с которым мы поздравляем с будущей! Уже все с нетерпением ждут. Я знаю, что вы даже вы не будете спать нормально в эти дни и ночи, потому что вы все готовитесь к празднику. И я вас прошу: действительно, готовьтесь серьезно, действительно, пронесите это пламя любви через ваши сердца и вы увидите что вы освободитесь от очень многих комплексов от очень многих проблем которые вас мучают которые вас душат может быть вы знаете я, я тоже в печали ехала сюда потому что я ждала праздника и тут вдруг произошло событие которое просто нагнало на меня тучи черные которых я не ждала ну, я признаюсь вам, да, потому что вы моя семья уже, вы мои друзья. Я как бы я ни старалась что-то скрывать, я человек, который в себе больше держу и борюсь с проблемами лично, не перекладывая их на других, но это коснулось очень глубоко меня, и, и я, и я не, хотела, не хотела показывать свою грусть и слезы. И, и, и я их перешла, и сегодня я с вами снова вся в радости что это было это было ну вот такая вот гадость которую сделали на меня написали создали сайт наши конкуренты наши враги которые просто следят за инкрузы со всех сторон и не могут успокоиться что есть такая прекрасная компания которая все-таки все мощнее и мощнее заявляет о себе и, и все сюда хотят прийти и все сюда бегут и накатали сайт на котором начали обвинять меня что я Значит, э, мошенница, что Майкл Хачесон мошенник, я не знаю, не знаю, видели вы, многие из вас видели, э, что инкрузис э, пирамида, вот это многое писали, поэтому я сейчас не боюсь об этом говорить, я, я плакала не из-за того, что такое написали, мне просто было очень больно, почему на нашу компанию, почему ее оскверняют, вот так неправдиво, на самом деле, я понимаю, почему они делают, ну, это завистники, это люди, которые не могут успокоиться, вот, но... Э, э, и я страшно переживала, чтобы это не было какой-то плохой тенью, а, не на меня даже, а на, на нашу компанию перед пятилетием. Вот. Но эти тучи прошли, когда я приехала сюда и увидела партнеров, которые бежали мне навстречу, вот их глаза, их сердце, их душу. И я поняла, что мы с вами большая сила. Вот, да, мы с вами огромная сила, и все это благодаря вам, друзья. Все это благодаря вам что вас так много сюда пришло, что вы все любите, что вы так красиво делаете. Вот я когда-то за все переживала, теперь мне уже не нужно переживать, потому что у нас такие рукодельницы, у нас такие умницы, у нас такие люди креативные, создают такие красивые вещи, делают такие красивые видео, говорят так красиво об инкрузес, добиваются таких потрясающих результатов и рангов. Вот, и самое главное, почему? Потому что у нас классное руководство, и пусть темные силы с нами не борются, потому что мы все равно победим, вот, мы темные силы приглашаем к себе, чтобы они стали добрыми силами, вот, и мы все вместе, инкрузис не только меняет судьбы людей, инкрузис меняет всю планету, почему? Потому что люди в инкрузис становятся добрее, люди в инкрузис становятся светлее, люди в инкрузис становятся честнее. Люди Винкрузес добиваются возможностей, которые они могут где-то еще использовать в благотворительных целях или помочь другим людям и помогают раскрыть улыбки других людей, раскрыть сердца других людей, помогают больным стать здоровыми, помогают отогнать этот коронавирус страшный. В общем, очень много интересного. Поэтому, друзья мои, мы действительно в шикарном клубе, и спасибо вам, что вы пишете комментарии, спасибо, напишите, пожалуйста, откуда вы, сколько вы Винкрузес, и за что вы его любите, вот пишите, друзья мои, пишите в ваших комментариях, это очень-очень классно, и, и спасибо, 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 спасибо. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что я с вами. Спасибо, что у нас есть такой Майкл Хатчесон, который действительно нас как маяк направляет а, и ведет вперед. И даже если он иногда бывает строгим, даже если он иногда делает то, что нам может быть не нравится, а, вот или компания, а мы хотим по-другому, потому что у нас другой менталитет, потому что у нас другие, так сказать, может быть какие-то нормы в жизни. Мы привыкли немножко по-другому жить или, или хотим все намного легче, но действительно, друзья, так не бывает. И поэтому надо ценить, надо ценить, и надо ценить. Еще раз повторяю то, что мы имеем. Самый главный мой посыл ⁇ ценить Клубин Я считаю, что я свою миссию, огромную миссию, выполнила. Я открыла для вас этот шедевр в русскоязычный мир, послала Клубин Крузес. И вы его поймали за хвост, жар птицу. Держите крепко и делайте только красивые вещи, и э, не злитесь, хорошо, потому что бывают проблемы, э, бывают трудности, они у всех у нас бывают, но это нормально, э, это нас закаляет, и это делает нас сильнее, и э, мы понимаем, что мы чего-то стоим в жизни, и нужно двигаться вперед, нужно не останавливаться, нужно загадывать новые желания, чтобы появились какие-то, появилась новая мотивация, чтобы появилась новая цель, и мы все стремимся идти вперед. Поэтому, друзья мои, я уверена, что вы через пять лет все уже будете бордами, борд директорами или, может быть, у нас будут другие ранги к тому времени придуманы, я не знаю, все возможно. Вот, инкрузис постоянно меняется, потому что он очень современный клуб, современная компания, и она идет в ногу со временем, или даже на два шага вперед, вот. Да, спасибо за ваши комментарии, молодцы, молодцы, да, из Москвы, из Днепропетровска и, и откуда хотите, только вы вот пишите и, и читаете, да. Благодарю вас, благодарю, благодарю. Хотите увидеть мир? Увидите. Вот э, задача нашего Франка Кадины, чтобы за пять лет мы увидели весь мир, и мы это сделаем. И э, скоро пройдет эта туча, так называемая коронавирус, и люди будут здоровы, и круизы будут спокойно отправляться, в круизные, в круизные, линии, круизные лайнеры, красивые в круизные маршруты. И мы станем еще большими победителями, мы, ну, мы уже завоевали мир, но лично моя, то есть, миссия, то что, то, что я сделала, это одно, но есть еще такое вот предназначение для меня лично, я думаю, и для вас, это сделать «Инкрузис», не просто известной компании, этого мы уже добились, это мы уже сделали, нас уже знают везде, но мы должны поставить перед собой цель и к ней прийти, я думаю, что это будет как раз к следующему пятилетию, вот задача на следующее пятилетие лично от меня, вы себе можете, это ваше будет задание, загадывайте ваше задание, вашу миссию и ваше предназначение в жизни и как это совместить с клубом Крузис. это вам домашнее задание вот что вы можете взять от инкруза чтобы э, предначертить свою миссию и предназначение в нашей жизни потому что здесь не только заработать деньги здесь не только э, увидеть какие-то страны здесь намного больше и намного глобальнее вот и мое предназначение вместе с вами всеми это, чтобы через пять лет компания Круза стала непобедимой номер один монополией в мире в круизной индустрии. Что это значит? Это мое видение. Я не знаю этого видения в ингрузус в <laughs> Майкла хатчсона в голове. Я думаю, что он <laughs> тоже так думает, потому что я когда начинала этот ингрузус и когда я переводила, я э, буквально его понимала с полуслова, с полузгляда, может быть, даже больше, чем он сам э, об этом еще думал. Вот у меня такое вот э, чутье видения, интуиции есть. И что я хочу сказать, что Инкрузис должна стать монополией через 5 лет в круизной индустрии. Как я это вижу? Я вижу, что все люди будут путешествовать через Кубин Крузис. Все туристические агентства трансформируются и э, будут только приходить в клуб инкрузис потому что это будет самая выгодная платформа потому что это будет самое удобное предложение э, не с другими вот поэтому все равно поймут люди что лучше бронировать самим лучше бронировать через наш клуб это выгоднее и к тому времени конечно у нас будет не 5000 круизов а к тому времени у нас все круизные линии будут с нами вот я это чувствую это вижу. Вижу, я это знаю, и увидите и вы, ну, потому что для них это самый тоже лучший вариант. Для них это... Свобода продаж круизов, для них это экономия в большом масштабе, для них это огромное количество круизеров готовых, уже сформированных, с круизными долларами, с огромным желанием бежать, бронировать круизы, которым не нужно ничего рекламировать, не нужно ничего предлагать, не нужно что-то как-то продавать эти круизы, не нужно сортировать их, раскидывать по турагентствам. Есть такой круизный клуб, который сам тут все делает, поэтому им просто будет дать нам всю базу круизную все круизы их 10 тысяч в мире и наверное будет больше потому что будут новые маршруты разрабатываться вот да конечно этот год будет еще непростым этот год Пожалуйста, потерпите, перетерпите, делайте все, что можете. Двигаемся дальше, взращиваем наш бизнес, растем, крепчаем, становимся умнее, становимся профессиональнее, работаем над собой, работаем над командой, работаем с командой. Делаем бизнес, накапливаем круизный доллар и готовимся на будущее в круизы. Когда они будут, но ну, они будут обязательно. Вот. Ну, по, по ближайшим показателям ориентировочно где-то вот конец весны лета. но больше вот больше такая статистика показывает, что более точно круизы точно будут уже в больших количествах где-то с осени, да а в это время до осени будут, но меньше, будет меньше круиза, почему, потому что у них есть ограничения, потому что им нужно успеть сделать переподготовку во многих своих категориях и сферах и протоколах, и поэтому на это нужно время дальше. Нужно победить коронавирус, нужно его предотвратить, нужно или вакцинировать всех, или остановить вирус. Вот сейчас над, над этим работает уже, насколько я знаю, уже в, в Америке кажется, сколько я слышала боюсь, 6 миллионов, по-моему, людей, или 3 миллиона людей свакцинировали, да, а во всем мире 330 миллионов вот такую статистику видела насколько это правда что уже провакцинировали ну и ждут как бы результат хороший вот будет ли обязательно введена вакцина для того чтобы отправиться в круиз или за границу ну пока я не знаю вам точно ответа не могу дать вполне возможно я лично думаю что наверное да буду требовать но не хочу, как бы, чтобы это сейчас отходила из меня, от эта информация, так как она еще полностью не подтверждена, поэтому, друзья мои, двигаемся, как мы двигаемся, спасибо, да, вот, в США 7 миллионов, Рита пишет, да, я слышала 6, ну, значит, увеличивается с каждым днем, вакцинировать всех это нереально вы пишете это выбор человека но вы знаете кто его знает вот вначале люди всего боятся понятно что как бы потому что не, там где нет опыта там страшно да но если не пробовать то и опыт не получим вот те которые боятся никто их не заставит пока пусть делают те которые не боятся вот всегда есть смелые люди и те смелые люди это и вы, которые вот уже в и сделали столько. Вот, и в том числе я когда-то была смелая, хотя тоже мне было страшно начинать инкрузис. Почему страшно? Мне не страшно было от компании, мне, в компании мне все нравилось, и мне нравилось делать то, что я делала, и я переводила очень, практически целый год я переводила все бесплатно, почему, потому что я, и меня никто не просил, я сама этого хотела, и именно показатель того, что ты любишь компанию или ты любишь то чем ты занимаешься когда тебе не платят деньги а ты все равно это делаешь и ты хочешь это делать понимаете вот это самое классное доказательство а смелость просто потому что я понимала что беру на себя большую ответственность да за людей которые придут в клуб а вот и вот это было самое для меня ну так, да, такой немножечко тормоз который я думала чтобы только все было хорошо у этих людей чтобы была возможность у них платить 100 долларов чтобы они понимали куда они зашли и и с этим нам нужно работать и слава богу что на моем пути э, попались такие люди такие наши лидеры которые тоже это все правильно поняли и мы понесли это правильно вот давайте сейчас не будем о вакцине говорить все придет нас на круги своя как оно должно прийти э, жизнь наша уже э, как видите 25 Первый век, вот трансформации постоянные, эпохи даже меняются тут. Так что не надо ничего бояться. Наша жизнь принадлежит нам. Так как мне это вот эту маску хочу обратно. Вот. И, конечно, надо быть только оптимистами и думать и верить только в хороший. И все будет замечательно. И все будет замечательно. Так что, друзья мои, благодарю вас. Может быть, у вас есть вопросы, пользуясь моментом, можете мне задать вопросы, так как я сейчас скоро буду заканчивать эфир. Там нас ждут меня наши партнеры на ужин. После этого у нас еще будет заседание с топ-лидерами. Завтра у нас, а, немножко программу расскажу, завтра у нас будут экскурсии для желающих, потом вечером, а, вечером это что у нас завтра, 13, 13 число, значит, старый новый год, и у нас будет бал гала, ужин, очень интересный здесь в Турции, ну и я вас, конечно, поздравляю тоже, и с новым годом, который уже пришел, и со старым новым годом, который мы еще раз отпразднуем, вот мы будем, конечно, все тратить транслировать в прямые эфиры, куда возможно, вы это все будете видеть, поэтому будете совместно с нами соучаствовать, участвовать, присутствовать душой, телом, глазами, вот, и Делайте ваши эфиры, делайте ваши видео, показывайте нам, показывайте миру, показывайте всем, кому хотите, проводите прямые эфиры или делитесь нашей информацией, она тоже вам поможет. Новички, если у вас еще нет ваших выступлений, если у вас еще нет ваших каких-то шоу, следите за нашими и тоже их пуляйте везде. Вот и там свою ссылочку, свои контакты на Инкрузис, и люди будут приходить к вам в вашу команду, потому что им будет интересно, а что же то Вот вы такое рассказываете. Какие-то вот лидеры, какие-то партнеры, где то они так тусуют? А какое мощное мероприятие, пятилетие какой-то компании, какой компании международной, круизной, шикарной, самой лучшей, вы смотрите, как они там все празднуют, тут вроде все по домам сидят, уже скоро год никуда никого не, не выпускают, а эти люди ничего не боятся, поехали даже в Турцию, чтобы отпраздновать пятилетие компании, значит, эта компания чего-то стоит, значит, эта компания настолько действительно уникальна и достойна, что столько, такое количество людей, из разных стран, из разных городов не побоялись даже, даже вот все мы тесты сделали, да, все мы с отрицательными тестами, у нас нет ковида и не будет его, и мы приехали тут сделать наш праздник общим и красивым. Ура, ура, да, нам пять лет, мы уже подросли, мы уже красивый очень крепенький ребеночек, который действительно набирает большую силу. Вот, очень приятно было с вами всех всеми быть в эфире. Я вас также поздравляю. Да, будем делать эфиры, значит, завтра у нас вот так, такие мероприятия. Потом у нас будут, а, 14 числа мы отправляемся в Круиз здесь, по Турции. Мы отправляемся 14 числа с, нашими, с нашей большой тут командой, топ-командой, э, тех партнеров, которые приехали в Турцию на яхте, это будет целый день, и пиратская вечеринка, и там, в общем, много всего интересного, как мне Роман Дрыга, наш дорогой эм, Первый организатор всего этого действия в Турции, да, потому что Роман, большой умница, вы его уже везде видели, он старается, он настолько тут э, старателен он все для нас э, делал, наверное, его судьба тоже заслала сюда в Турцию, э, да, еще раньше тоже, вот благодаря Анкрузесу ему удалось приобрести недвижимость и тут э, поселиться и купить себе и жить возле моря, и сейчас он набрался сил и столько мужества и делает такие великие дела для... Для всей команды, ну, в том числе наш борт-директор, наш первый борд директор мой личный партнер Ольга Ротниченко, которая здесь тоже все рулит, и она тоже главное действующее лицо в организационном собрание, вы все их увидите, мы их представим. Наталья Колесникова тоже, наш исполнительный директор, одна из первопроходцев Винкрузис, которая тоже тут постоянно все помогала. Ирина Тиунова, наш главный туроператор, без которых мы тоже не можем, но они все уже Винкрузис. И тут смотрите, как все классно. В общем, у нас интересно. Это будет 14 числа, мы будем в круизе. А, 15 числа. Так, кто там пришел ко мне, девочки Подождите за дверью, у меня эфир Сейчас еще 5 минут и я выйду Так, или дверь открою Подождите, потому что кажется Это наши партнеры, секундочку Девочки, заходите, я еще пять минут Да, а ты нас... на... На, на ужин А, вот, да, Ирина Чермашка да, Давай, сюда Вот, еще представлю вам Моего одного личного партнера Привет, друзья, мы привет директор, Ирина Чермаш вот мы... Так, отпускайте ее не, не Потому сегодня. что она останется без ужина <свят> <свят> До 9 часов Несколько слов, Ириш, ты приехала раньше Я сегодня, а ты уже с 10, да? Да, мы уже Закупились, прикупились, есть на экскурсии, а, ну, живем в хорошем тоже номере, таком же, как у Ирины. вот ходим на завтраки, обеды и ужины. Классно. Даже... А да. я, я еще не, ужинала. Да. Да. Еще не ужинала. Все нормально, да, все хорошо. Ожидаем завтра у нас большой вечер, вот гала ужин, так что. Ну вот, вот супер. Там, вот. Жадись, Ириша, сейчас еще пару минут и и главное, чтобы я эфир сохранила или там где тебе удобно и сейчас мы пойдем так что хотел а да ну и потом 15 значит 16 у нас будет наше самое большое глобальное мероприятие пятилетий инкрузис, вот это все вы будете тоже наблюдать ну а потом будет следующая страница истории. Любви Кен Крузес, это уже ваши действия, то есть пока мы празднуем, празднуйте на полную катушку, я разрешаю вам пить шампанского много, даже в нем купаться, дарить цветы друг другу, дарить самые лучшие комплименты везде в соцсетях пишите как можно больше всего прекрасного об инкрузис, где вы только можете. Это это все задание. У меня нет сегодня четких для вас заданий, я, я не успела их подготовить, но я вам сейчас импровизирую их, вот строчу, а вы выбирайте то, что вам нравится, и то и делайте, создавайте ваши видео поздравления для инкруиза, для пятилетия, да, можете о себе рассказать на одну, две, три минуты, можете. Просто поздравить можете, что хотите, рассказать о круизах, в которых вы были, и опять же поздравить. В общем, креативьте. Оксана все знает, она вас научит, Ирина тоже. Да? Я вас отдаю в хорошие руки, я им полностью доверяю, так же, как и всем нашим лидерам. И желаю, чтобы все наши партнеры обязательно стали лидерами. Вот, это задача уже для организаторов наших, да, и чтобы все лидеры стали борд-директорами, как минимум. Ну а дальше посмотрим. У нас еще очень много планов. Это уже будет в следующих наших пятилетках. Вот вы помните, как было в Советском Союзе? Давай пятилетку. Вот мы пятилетку уже одну сделали, причем мы стали чемпионами, правильно? Правильно. Вот, ну а сейчас идем брать вообще уже весь мир. И в каждом доме через пять лет к десятилетию инкрузис должен быть инкрузис. Вот, каждая семья должна быть подписана в инкрузис. Это вам всем задание на будущее. Поэтому составляйте список, когда вы подпишете кого, чтобы к следующему пятилетию у нас каждый дом имел баннер инкрузес. Окей? Все, обещаете мне. Спасибо. Спасибо, девочки, спасибо, мальчики, спасибо большое, я вас всех очень благодарю, вас всех очень люблю, мне очень приятно быть с вами вместе, где бы вы ни были, и я также за вас буду молиться, и за вас делать когда-то и вам признание как сейчас мы делаем признание тем, которые добились уже больших результатов, и вы будете в свою очередь делать потом признание вашей команде, будете поздравлять их с достижениями, с успехами, пусть так и все будет, пусть все сбудется, как вы себе мечтаете, хорошо, вот, а я сейчас заканчиваю, иду ужинать, иду встречаться еще с теми партнерами, которых я не видела, бай-бай, все, пока-пока. До новых встреч. Да, сохраню эфир. Спасибо, девочки, спасибо, мальчики, спасибо за все. Вот, а после пятилетия начнем работать очень серьезно. Договорились? Договорились. Ну все, так тому и быть. Да будет так. Пока. <звук> Урок окончен на сегодня. <свук> да, быть добру, только добру. Мы самые добрые и притягиваем только добрых. Да, молодцы. Супер. Классно. Пока. Все, пока-пока. Так, где у нас тут завершается?